Я считаю, что надо переводить стрелки часов. Потому что, во-первых, моя дочь будет на час больше спать зимой. И я тоже буду на час больше спать. Потому что, когда ребенок уезжает в школу, темно, и приезжает он темно. Вот, и как-то, не знаю, этот час очень важен. И я прям за двумя руками, чтобы привели время.